В общем, всем привет. Я как бы буду сейчас играть в стратегию под названием Age of Mythology. Ну, как сказать, вот она похожа очень на StarCraft 2. Ну, как бы там. Тут раз побольше, но как бы, ну, похоже, не похоже. Ну, тут тоже как бы. Либо идешь в экономику, либо быстрый раш идешь. Ну, в общем, я здесь вот еще ни разу не смог победить. В общем, бота титанического уровня. Даже не знаю, какой это раса сделать. Египтом попробовать сделать. Не знаю. Попробую Египтом сделать. Вот. Памятники, так это ладно. В общем, выбираем Исиду, выбираем случайную карту, чтобы там не знаю что. Тип игры там. Титана выбираю. В общем, титанический уровень будем тащить на самой огромной карте вообще. Так, собираем. Я пытаюсь что-то комментировать по максимуму, чтобы было не скучно. Ну, сами понимаете, это титан, тут нужно и, блин, жестко контролить вообще. Играть жестко против титана. Вот фарон у меня пошел на бусты, как бы. Здесь освещение будут строить для разведки. Сюда построим эту. Понятно, да? Еще больше рабов на тело. Здесь мы сделаем апгрейд на скот. Потому что я буду разведывать. Ну, как понятно, да? Вот. После Диониса крестьяне приносят больше пищи. Значит, нам этот апгрейд очень будет нужен. И его чем быстрее сделать, тем это будет лучше. Сейчас вот заработаю. Когда вот это заработает, то, в принципе, еще вот один раб подойдет. Я должен сделать то, что... Ну, будет там по два раба и будет золото включить. В принципе, это будет логичное решение. Ну, давайте сюда вот третий раб делается. 6 рабов будет под бустом добивать мне золото. Ну, как бы быстрее этот буст использовать, чтобы он по дальнейшему мне профит принес. Все, сюда идем теперь. Так, нужно построить памятник сразу же один. После памятника мы построим. Так, сейчас ты вот выходи, иди уже тут. А, все, я там даже. Ну ладно, пусть дела будут. Все, короче, понятно. Так, теперь мне нужно одновременно же строить храм. Дальше нужно делать то, что. Ну, еда, короче. И, короче, мне нужно вот сейчас храм, да, строится, я вот эту реликвию себе забираю. Короче, буду... это будет свинка. Все-таки мне нужно немножко на дерево, еще дерева нету. В принципе, может второй памятник бахнуть. Они меня будут от силы защищать. Перед этим памятником нужно сюда идти сделать продакшн мой, короче. Вот.
Вот куча свин, короче. Вот тут надо апгрейд на Нил сделать. Так, здесь это мой фараон должен быть. Вот. Иди принеси сюда. Пусть будут два храма. Дофига мифов будут. На мифов буду, в общем, дефаться. Дофига нубитов было. Такой план по пути я составил. Здесь можно гильдию докопов построить. В принципе, хорошее тут место. Два пусть работника таскает лес. В общем, сюда построим. Ну, он уже апнул век, я знаю. Я знаю, что я еще не апнул. И как бы, ну и фиг с ним, да. Он апнул, я не апнул. Так, у меня скоро лимиты работников упрутся. Ты пойдешь дальше у меня дома клепать, в принципе. Давай, давай, клепай, клепай быстрее, быстрее. Так, нужно сад домов построить. Все, все. Да-да-да, иди понтуйся своими технологиями. А, стрелы. Вот это надо у него забрать. Блин, тут уже поздно. Ну ладно, зато на Нила апгрейд сделаю. Так, здесь понятно. Давайте еще сюда. Мне надо знать, когда на меня будут нападать, в принципе, вот эти вот мои. Так, ну все, мне нужно, короче, не строить рабов, а делать уже технологический переход. Иначе его очень сильно... Да что-то он капец находит, я что-то еще не нашел ничего. Ну я очень важный апгрейд нашел на носку еды, в принципе. Но мне сейчас нужно капец вот это дело. Мне нужно вообще капец это дело. Вот. Так, анубисы. Ну здесь можно через копье идти. Копейщиков буду строить. Вот так вот. Сюда еще. Ну, вот обелисками потихоньку застрою. Как же жалко, что я не могу сейчас еще рабов заказать. Идите. Нормально пока еды, я потом быстро на фермы перейду. Фигня вопрос. Я быстро на ферму перейду. Сейчас я сразу два анубиса дополнительных закажу, что позволит мне, в принципе, подальше пожить. На меня будет скоро атака, я, в принципе, как-то должен ее отражать. Вот ты вот иди сюда, будешь мне делать много этих кузнец. Сюда, иди сюда, быстрее. Все, строй 4 барака, только 4 барака. Раз. 2, 3, 4, все, пойдет. Я знаю, что на меня сейчас нападают и меня прессуют дико. Я должен это как-то пережить. Сюда на Симоне змеек. Главное, чтобы тут не напали. Ты мне будешь помогать отбиваться. Меня хотят набить на четверку. Вот сюда мне нужно сделать это. Чувствую, мне скажется, что ты с одной сбиндился. Какой не молодец, да? Давай. Вот это хорошо, что он сейчас не нападает. Да, иди, близкий чистей. Инеджирек. Пиниту, Таю, Хро, Иетау, Ак, Григ, Иурифер, Ак, Бая, Юайэр, Иурифер. Григ, Таю, Хро, Иетау, Ит. Кто у него там? Чеку. Нужно вот этих... Давай, нападай на меня. Я готов.
Я сделал супер копейщиков и потом супер прачников. Клепать рабов надо, обязательно. Будет, короче, выходить, а вы их буду сразу же, блин, сейчас наберу это копса прапать. Капец, просрал этого, короче. Ладно, понятно. Понял. Это ему, чтобы упереться. Так, ты быстренько мне будешь, блин. Переход на фермы такой. Короче, так, не упарывайся, рабочий. 50 еды, 100. Да ты офигел. Ты офигел. Он офигел. Да иди ты нафиг. Троллит. Он меня троллит. Я копинусы будут. Давай, давай, давай. Страдай, страдай. Сейчас взъебу, короче, вот эту у него тему. С этими не буду биться в голову, он убийца мне. Надо валить. Все валим. Здесь, короче, блин, здесь надо в прачников переходить срочно. Сделать им атаку. Переход в прачников быстрее. Прачники, хоть чё это, хоть это. Почему я развалился? Еды мало очень. Он убито ломают.
Enito UIS. Ну, он мне гопнул, я его погопал. Быстро отстраиваем рабов, короче, по максимуму. Что-то вообще с деревом. Грейд. Никакого грейда нету. Тайю. Стройте, блин, вышку. Блин. UER. UER. Inito. Tayo. Tayo. UIR. In which? In which? Erifir. Inito. Tareyu. Atayu. UER. Я их заказал. Что-то опять с золотом какие-то траблы. Надо больше так это. Вот этот брейд не нужен вообще, капец. Надо ее как-то удачно принять, короче. Помолись сюда. Капец. Лиски ломают. Сразу. Сейчас его. Тяжелые копейщики. Ёб же твою. UER. In which EU IATU? Baya? Zeoma. Baya? Inito refer you. Baya? Into refer. Ak. EU refer. EU refer. Бля, по-братски хоть откуда, но только не сюда. Вообще. Только вот не с этой стороны, тут у меня все плохо. Блин, это не рынок? Я лол. Непонятно, то ли смерти, то ли победы жду. Надо я какие-то апгрейды уже заказывать. Да-то плевать, хоть всю карту сыми. Да чё тут... Вы не можете копать быстрее. Да-то плевать. Давайте, давайте. Image
Atai you. You refer. You ear. In wedge. Greg, you I air Ak Greg, you image, are you? Gere, you are you. You refer. Inito. I refer. You I air. You I air. I you refer. I you refer. Да вы что, блять, ебанулись что ли? Как мне это говно теперь скрывать? Тут это я сейчас быстро скрою. Теремо. And you. You are. And we. Dayo. You I air. Are you refer? And you I air. Dayo. Dayo. Are you refer? You I air. You I air. And we. And which. Dayo. You I am into you and you are you at you at you Greek Dio at you here at you you are you at you into you Into you. Greg, you are into you. Into you. Into you. And we, you are into you. Greg. NGO. Gary,
at you in it pro in yawet you refer into you you eat you eat you refer Gerig, into you, erachta. You er, into you, into you, you refer, into you, at you, at you, at you. In which, cro in yawe. Greg, ak, you I er. In you, into you, yeah. Ak, ak, ak. Ты, блин, мама, поехали в Минск. Грег, а я и я ту. In it, Рек. In it, I air. Да знаю. Greg, ak, tayo, you I air. Into you air. Greg, you refer. You I air. In which you refer. In which you I air. Greg, tayo. In which? In it. Into you. In it. Direct. In which? Growing yawe. Into you. You refer. And tayo. Ak. Tayo. Выбора нет. Greek. You I am. Greek. Enito, Enito, уничтожать надо как-то это дело. In a jet, you I air. Greg, ak, I a ear. Greg, I you refer. Greg, into you, at you, at you. Greg, you refer. Into you, at you. And you, and you. In which. Into you, into ear, ear at you. Into you, ear at you. And into you, ear. Into you, ear. Gary, ear at you. In a GUAE, into you. Без осадных оружий. Тут быстро не снести. Слишком уж больно дефнуто. Все, короче, тут ничего не сделать. Или сделать.
ничего не могу без осадных. Не знаю, что придумать. Не, фиаско. Ну, короче, увидимся в следующем видео. Маленько не затащил, не смог пропушить.